Столкнулся недавно с такой проблемой. При просмотре фильма с двумя дорожками, с английской и с русской, на телевизоре LG воспроизводится фильм по умолчанию с английской дорожкой. You guys think I have a chance with Janine? Oh. Well, honey, we have been through this before. Yeah, don't. Через опции просмотра дорожка никак не меняется. Меняться она должна здесь, язык аудио. Но переключатели не работают. Значит, решение следующее. Нам нужно проследовать в меню самого телевизора. Далее идем в пункт меню установки. Язык. Также здесь пункт меню язык аудио не активен. После того, как мы выбрали в настройках телевизора язык русский, принудительно еще раз нажав на язык русский, в меню просмотра выбираем опции настройки параметров воспроизведения видео. Далее вкладка язык аудио у нас становится активной. Выбираем второй язык. Не важно, кто ее сочинил. И слушаю русский язык. Привет, ребята. Джо, плейбои напечатали мою шутку. Нет, это моя шутка, моя. Позвони им, они тебе скажут. Это моя шутка. Моя шутка. Шутки.